Что значит профессиональное выгорание? Знание, которое есть у специалиста, он замыкает только на себе, и он не хочет ничего больше делать, вот тот уровень, который у него есть, и этого достаточно. А дело в том, что сегодня все больше и больше специалистов нарушают фармацевтические нормы и правила. Причем быстро забывают то, чему их учат в учебном заведении, и приходят в фармацевтическую организацию, и дальше начинается работа по принципу «забудьте то, чему вас учили, живите по нашим нормам». А чтобы жить по нашим нормам, надо учиться. Дальше идет внутрикорпоративное обучение. Я не буду называть организацию, но я посмотрела программу одной фармацевтической аптечной сети по корпоративному обучению, где фактически в 50% вопросов завуалировано, как нарушить закон. Как нарушить нормы и правила с тем, чтобы получить реальный результат. Это впрямую не написано, но ты когда как специалист смотришь, то явно это прослеживается.